пока для того, чтобы я ее до дома. Так, ну, в принципе. Я проживаю здесь вот недалеко от станции Тарханы, и на данном участке дороги попал у меня отец в аварию с сестрой, с беременной. Их увезли в больницу, и на этом участке постоянно эти аварии, и никто ничего не делает. Не чистят, и дорога, вот посмотрите даже, какая дорога, там склон обочины вообще такой резкий. То, что цепляет она, и все. И пострадали, ее сейчас в перинатальный центр перевезли. И не знаю, что там как. Она-то вроде ничего, не знаю, как ребенок, что там. Отец весь там был переломанный.